Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ибрагим. Сегодня мы играем Dead by Daylight Mobile опять. Основа. И вот, смотрите. Сегодня мы поиграем опять за выжившего. А в следующей серии, может, сегодня тоже сниму, но только уже будет про маньяка. А пока вот поиграем на выжившем. Взял я очень хорошие перки, еще и фонарик взял, чтобы глаза маньяку посветить, так скажем. Ну и вот, погнали. Будем его ослеплять. Так. Во время бега выжившие оставляют ярко-красные следы трещины, которые привлекают внимание убийцы, помогают им находить себя быстро. Ну, понятно. Дом Томпсонов. Фирма Колдвин. Карта называлась. И, ну вот, погнали, вот фонарик. Взяла для него тоже перки. Батареечка и вот это. Какая-то еще штука. Так, где генераторы? Вон генератор на втором этаже. И два генератора вон там внизу. А другие генераторы я вообще не вижу. Где? О! Тратор! Нифига! Все нормально. Бежим. А что он встал? Я не понял. Да, я вообще не понял, почему она выкинула. Наверное, не идем. Вот здесь где-то я его выкину. По случайности.
Вот он. А вот здесь, вот здесь. А, спалил меня все-таки собака. Да, он меня спалил. А, блин. Ладно, придется танцевать. Идем. Не говори, что ты сюда идёшь. А где он вообще? Я его не вижу. Ну, тогда я пойду чинить. А, вон он. Наверх идет. Вниз пошёл. Надеюсь, ты не сюда пойдёшь. Надеюсь. Ну, давай чинить. Блин, он попал в капкан, но он спасся. Да блин, почему я не попадаю? Фонарик тоже что-то не работает нормально. О, попал. Два, три, пять, четыре, три, два, один. Или появился легче. Опять его поймали, ну пипец. Так, давайте резко починить народ. Блин, в один уровень.
О, да, я выиграл. Убил. Блин. Но мы сбежали. Зато. Ну, ребят, спасибо за просмотр и всем пока-пока.